Добро здоровиться, уважаемые посетители канала. Мы с вами пробежимся по комментариям и упоминаниям, что, что и как. Итак, Алексей Васильев пишет: сейчас в моду входит так называемое горячее ферментирование гладкого. Вот это, знаете, слово «мода» входит в моду. Меня уже настораживает. Меня это настораживает. Потому что мода проходит, что-то новое надо. И насколько вот эта модная вещь, она для здоровья фундаментальна. Так вот слово у меня. Фундаментальна. То есть мне, вот лично мне, я с вами беседую с вами. Мне важно, чтобы у меня было крепкое так здоровье. И чтоб я так на него, ну, не без того, тратил какое-то время в охотку. Вот в охотку. И это приносило максимальную отдачу. И не зависело, значит, от моды. Вот такая мода, вот такая мода. Мне важны не какие-то веяния моды, там, как говорится, тренды или еще что-нибудь. А мне важны законы природы, на которые я стану как на фундамент и укреплю свое здоровье, и с помощью этих законов природы, законов там биологии и иных там законов, я буду строить свое здоровье, благосостояние и процветание, и раскрытие всего творческого потенциала. То есть меня интересуют вот такие. Ну, давайте почитаем. Значит, горячее ферментирование гладкого. Суть в том, что мы с помощью ферментов переносим часть работы нашего ЖКТ из собственного биореактора, который с возрастом слабеет, в мультиварку. Я бы сказал в данном случае, что наш ферментативный аппарат особо, ну, не слабеет. У нас ухудшается пищеварение из-за того, что мы практически регулярно, десятилетиями употребляем такую пищу, которую вообще-то трудно переваривать, потому что она термически обработана, раз. Второе, потому что она в неправильном сочетании, вот это влияет, дает нагрузку вообще на пищеварительную систему. Не надо там ферментативный аппарат брать и так далее. Вообще нагрузку на пищеварительную систему. Вот как бы сказать, надо смотреть в общем, а не то, что это там до ферментов, или там до генов, или еще до чего-то там, все это, знаете, изгаляться там, вот что-то там искать. И при этом мы не видим слона. И вот так вот говорит биореактор: с возрастом слабеет. С возрастом слабеет именно из-за того, что мы его изнашиваем. Ну, я уже повторяться не буду, чем изнашиваем. Или повторить еще разок. Это тем, что пища термически обработана. И еще хуже, это неправильное сочетание. Тут уж наша пищеварительная система, грубо говоря, выпадает в осадок. И долго она там в осадке находится. Как это все там переварить, растащить и так далее. И тут тогда вот придумали: ага, а мы подбросим вам ферментов. А может быть. Вот смотрите, я, так сказать, старый, пожилой дедушка-старичок, вам говорю, а может просто-напросто облегчить работу желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы тем, чтобы давать то, что она может переваривать, давать то, что она может усваивать, легко и просто, не наедаться на ночь. Знаете, такие простые вот рекомендации, которые великолепно работают. Вот я лично отказался, допустим, от вот этого вот кофе-капучино, которое там я пил, вроде вкусненько, а молоко-то стоит и не скисает неделями. И что, оно у меня там будет тогда перевариваться? Нет, оно слизью будет выделяться. В мороженое тоже стали добавлять разную дрянь. И как только от всего вот этого вредного я отказался, вернее, от того, что не свойственно как организму, человеческому организму переваривать не ту пищу, которая ему
предназначена природой. Вот, как оказалось, намного лучше стало. Все, это никакой тут мультиварки не надо. В результате пища усваивается почти полностью. Да она и так, вот я, знаете, ничего не использую. У меня она практически полностью усваивается. Я там съем, там, грубо говоря, и борща, там, и второго съем, и салатик съем, еще. То есть, грубо говоря, должна быть так на выходе солидная кучка быть. Ничего подобного. Все усвоилось, все прошло. Поэтому, то знаете, разный опыт. Один такой опыт, вот я вам говорю, а если вы правильно начнете питаться, правильно сочетать продукты питания, те продукты, которые вы можете переварить, да совсем другое будет. Нечего выдумывать, чтобы, знаете, вот запихнуть то, что не запихивается. Так, в результате пища усваивается почти полностью, печень и поджелудочная отдыхает, организм меньше зашлаковывается. Я сейчас... Одну вещь еще скажу. Значит, я попробовал, результат фантастический. Например, при выходе из 21-дневного голодания на кашах, значит, горячее ферментированное за первые 5 дней набрал 10 килограммов. Но с одной стороны, вот знаете, у каждого, конечно, свой опыт. Ну и зачем они вам нужны, вот эти 10 килограммов? Вот как бы просто из-за того, что усваивается легче. Хотя раньше при выходе на соках и смузи продолжал в течение нескольких дней терять вес. То есть это говорит о том, что медленно запускалась пищеварительная система. То есть есть естественный процесс, который можно сделать каким-то искусственным и быстрым или еще каким-то. И непонятно, насколько он будет вам полезен и здоров. То есть есть естественные роды, вот они длятся там 5 часов, а есть что-то вам вкололи там, даже это обезболивали, и, грубо говоря, вы там за полчаса уже и родили. Вроде бы как легко, вроде бы так и надо. Но все это сказывается в дальнейшем. Знаете, вот то, что мы сейчас с вами видим, вроде бы хорошее, полезное, в дальнейшем оборачивается, увы, нехорошим и неполезным. Потому что, опять-таки, когда человек выходит из голода, там, из 21-дневного голода, должны запуститься, развернуться эти все процессы, процессы собственные. А когда вы вот это как-то даете вот так вот, и, ну, будем так сказать, будем наблюдать, время, конечно, покажет. Но я просто за все естественное. Значит, думаю, что тему вот этого, значит, горячего ферментирования обязательно надо включить в вашу систему организма, голодания и восстановления. А вот я не включу, я бы не включил. И это не моя система очищения, голодания. Это общечеловеческие знания, я в который раз вам повторю, которые я изложил, которые, как бы сказать, разобрал для себя, что как работает. И я бы вот эту вот штуку не стал бы использовать. И теперь сошлюсь, наконец-таки, на опыт. На опыт космических полетов. Значит, я как раз там описал свои там книжечки по питанию. Значит, что? В связи с тем, что во время космического полета человеку надо как-то питаться, вот они стали думать, что же делать, как там это. Тут же продуктов надо поменьше в полет, и в то же время, чтобы человек был здоров. И вот они пришли к тому, что пища, в конце концов, когда она распадается на составляющие элементы, она начинает там всасываться, и возник вопрос, а нельзя ли уже заранее сделать вот эту вот пищу в виде мономеров, чтобы вы только выпили, ну вот как детское питание, она только у вас всосалась, и все нормально. И вот в течение вот этих 3 или 5 месяцев там они питались, и вроде все было нормально, все усвоилось. А когда стали туда дальше еще проверять, что возникло? Возник дисбактериоз. То есть, оказывается, пока у нас идет медленно, плавное расщепление этих продуктов, то организм их успевает усваивать. А когда вот это вот уже в виде мономеров всех этих идет, да? Вот, как говорится, горячее ферментирование, то есть оно все уже там разложено, то организм не успевает всосать столько пищи, сколько он принял.
А оно уже разложено до этих мономеров, и вот эти вот мономеры начинают активно поглощать микрофлора. Естественно, микрофлора, любая микрофлора, которая чрезмерно размножается в нашем организме, она в конце концов становится вредной. И в результате получаются вот такие вот вещи. Поэтому вы не ведитесь на вот эти все уловки, якобы вот горячее ферментирование там поможет. У нас организм так устроен, так проверен, так надежен, что если просто-напросто следовать всем этим законам природы, всем этим условиям для нормального пищеварения, он у вас будет долго и прекрасно работать без всяких этих. Как только вы начнете что-то, вот горячее ферментирование или еще что-то такое, у вас может собственный ферментативный аппарат свернуться. А зачем ему вот эти все эти ферменты там вырабатывать, вот это он говорит, что это там поджелудочная, там отдыхает печень, и они настолько могут у вас наотдыхаться, что деградируют. Возьмем спортсменов, вот вроде бы это самое, гормончиков там подбавим, то есть к своим 100% мы добавляем там извне, и у нас там резко вырастает и мышечная масса, и у нас и потенция, и у нас и сила, у нас все. Мы это продолжаем принимать, думаем, все хорошо, а организм как... Вот тут, Алексей, важно запомнить следующее. Организм является саморегулирующейся системой, которая начинает уровень гормонов снижать, собственных причем. Зачем, когда вот из них там они приходят? И в результате человек, вот это спортсмены, на курсе там в несколько лет они там продержались, они становятся импотентами. Собственного нету. То есть как только они заканчивают вот это курс, у них собственного особо ничего нету. И тогда и мышечная масса быстренько распадается, и сила уходит, и половая функция перестает работать. Видите как? И с пищеварением точно так же. Мы думаем облегчить работу. И в результате произойдет атрофия, вот так, как вы все говорите, вот результат фантастический. Это на первых порах, как будто вы вот анаболики принимаете, результат фантастический, да? А вот потом туда дальше, и так это, и что будет? Посмотрите, поэтому я очень осторожно отношусь ко всем вот этим вот научным штучкам, которые вот так вот внедряют. Кстати, насчет прививок тоже же, да, смотрите, давай сделаем прививочку сделаем, и человек болеть не будет. А как хорошо, то есть логика как работает. Но есть люди, которые сделали по 7 прививок. И к чему это привело, я не называю фамилии, которые очень известны, но вы о них догадались. Значит, в моду входит, не следуйте за моде, мода есть на здоровье. И на те фундаментальные законы природы, которые его поддерживают. Вот это вот настоящая мода. Вот я за это. И вам показываю так. Значит, тут желчная колика, значит, вот женщина там принимала препарат, который является, это аптечная медвежья желчь, только не из медведей, слава богу. И если там медвежья, не медвежья, конечно, мишек жалко. То есть, знаете, вот если взять вот этот, медвежья желчь, то есть вы безалаберно относитесь к своему собственному организму, и потом вы хотите за счет чьей-то жизни восстановить его. Это уже грех. А если она там какая-то искусственная, то опять-таки, знаете, вот пытаются с помощью желчи там, я здесь понимаю логику и пользу, что
для каких-то случаев употребление, допустим, вот этих вот, ну, грубо говоря, этой желчи способствует тому, что своя собственная там как-то подстегнется, она как-то это самое разжижится или еще что-то, или еще что-нибудь. С ней произойдет какие-то положительные вещи, ну, добавление этой желчи, да, то есть пойдет желчегонный эффект. Но опять-таки, я это самое подчеркиваю. И вот смотрите, вот эту тогда аптечную желчь надо будет постоянно пить. А я же вам о чем говорил. А если мы начнем воздействовать на первопричины, которые привели к такому состоянию желчного пузыря и вообще пищеварительного тракта, то мы с вами естественным образом нормализуем работу нашего организма. Я ж вам толкую, что человеческий организм – это система самовосстанавливающаяся. Запомнили? Самовосстанавливающаяся система. Для того, чтобы произошло самовосстановление, надо создать соответствующие условия. И произойдет и восстановление, и нормализация, и дальше будете жить долго и счастливо. А если вы это не хотите делать, вот этот мишек будем там стрелять, или еще там какие-нибудь искусственные вещи, и опять-таки, вот смотрите, вот медвежья желчь, или еще там какая-то желчь, а организм-то он же вырабатывает вот эту вот желчь за счет того, что разрушает красные кровяные тельца. Как-то, знаете, вот эти все коррекции, которые мы пытаемся вот это туда вот вставить, они, выполнив какую-то даже положительную функцию, в дальнейшем могут ее нарушить. Насчет анаболиков я вам сказал, насчет питания я вам сказал, вот эта вот пища, зачем там жевать, когда все это можно смешать, вот это все, знаете, просто этот сироп или вот это смузи, где уже там белки, жиры, углеводы, все это, знаете, намешано и так далее, просто-напросто выпить, потому что все равно она здесь будет всасываться, как бы. Облегчаем работу желудку, там облегчаем работу это, там зубам. А нет, должны работать и зубы, которые запускают, и слюна, которая запускает пищеварение. Должен работать и желудок, и все это должно быть порциями идти, а не так, знаете, валиться вот уже в готовом виде. И тогда организм успевает усвоить свое и что-то оставить там, допустим, на размножение этой нормальной микрофлоры. А так болезнетворная микрофлора, даже не болезнетворная, говорю, она начинает размножаться обильно, писить, какакать, все это вы, естественно, всасываете, и у вас возникает явление дисбактериоза с отравлением всего организма. Ну, вы сами так подумайте, мы с вами беседуем, это не то, что я вам говорю, вот так вот она. Это, на мой взгляд, вот так вот, а там это самое. Далее, Петрович, здравствуйте, расскажите про полипы у матки. А что рассказывать? Я читал у вас, что неспелая хурма помогает. Ну и я это читал. Но как же ее приложить к полипу матки? Вот не знаю, как там было написано, как ее там надо есть или еще там, за счет чего она там действует. Если помочь некому в стационаре. Ну, так, самостоятельным голодом и уринотерапией пробуем. Ну, хорошо. Но непонятно, какой срок голодания нужен. И я тоже не знаю, вот сколько там нужен. Почистил один раз печень неделю назад, готовился ко второй чистке через неделю, потом третью, еще четвертую чистку планирую. Опыт есть. Ну, хорошо. Работайте, нормализуйте свой организм. До рождения детей чистилась регулярно и голодала максимум 21 день. Сколько дней нужно проголодать, чтобы полип отвалился? Не знаю. Он приравнивается к опухоли или как? По-всякому. Кто-то приравнивает к опухоли, кто-то не приравнивает. Но хорошего мало. Я как раз вам больше описывал и рассказывал о полипах в толстом кишечнике, когда с помощью клизм с чистотелом, то есть столовая ложка сока чистотела на там 1,5 литра воды, где-то 1,5 литра воды, 2 литра воды, вот, это вводилось там через день. Был курс, как раз там женщину я описываю, женщина расспрашивала.
Вот, и у нее, значит, вышли вот эти вот полипы. Ну и плюс то, что вот женщина еще применила, у нее полип вышел опять-таки с этой самой, с толстого кишечника после уриновых клизм. Сколько времени, как, не могу сказать. Хотя есть там информация, вот у меня что-то там выходит, я что это самое, по голоданию видео приводил и многое другого. Это надо смотреть. Я не помню. Мне как-то это не интересует, я особо не помню. Ставлю тампоны с мочегоном, голодаю на экадаше, чищу печень, выходят черные зеленые камни. Кастурскую с лимоном пью для очищения кишечника один раз в 1-2 недели, уже год. Пью ночную урину, урину свою детскую, делаю массаж с мочегоном. Ну, молодец, делаю тренировки 2-3 часа, применяю парную баню. Молодец, чищу полевую форму жизни, поняла, что надо прочищать. И так радостно и легко становится. И тут вот еще встает вопрос. Вот, грубо говоря, обнаружены полипы в матке. Насколько они вас беспокоят? Вот если это как-то сильно беспокоит, вы что-то чувствуете, можно с этими полипами прожить всю жизнь, и о них не подозревая, не зная. А то обследовали, сказали, а вот есть, а вот они это, и тогда начинается. Ну, по крайней мере, вот то, что вы делаете, и делаете. Керосин можно, кстати, попить. Это же просто и приятно прощать. И прощать. Да посмотрите, пожалуйста, за счет длительного голодания при полипе. Не знаю, кому какой там срок. У одних, грубо говоря, там через неделю может что-то выйти, а другим там и 4 недели будет мало. Не знаю. Фракционный голод подойдет, если не получится долго или только длительный голод нужен в этом случае. Спасибо за ваши книги и за ваши интересные видео. Не знаю, вот смотрите, как это тут. Тут столько материала, что я уже помню, что что-то есть там про полипы, что-то как-то, что-то выходит. Ну так, чтобы заниматься. И что я хочу еще сказать. Вы прекрасно знаете, что та же медицинская, будем говорить, наука, подразделяется. Стоматология занимается только ртом. Глаза, глазники там, только операции на глазах, только это там. По ушам, по волосам, по коже, по легким, по сердцу, по сосудам, по почкам там, по онкологии там и так далее. То есть все раздроблено. Участочки, в которых там имеются вроде как свои специалисты. Я же тут вам обо всем тут рассказываю, поэтому то, с чем я сталкивался, я знаю лучше. То, с чем я особо не сталкивался, я так, постольку, поскольку, как и вы. Петрович, можно ли помочь мужу по устранению паховой грыжи? Я думаю, что можно помочь, но я не знаю как. Так, опять-таки, я слышал, что если паховую грыжу убирают, и то все, и так далее. Но что, как конкретно, я не знаю. И вот интересный как раз опыт. У меня была проблема с желчным. Пила курсами керосин. Этой проблемы не стало. Я подразумеваю, что он растворил камни. Эл Новикова. Я вот думаю, что и такое может быть. И такое может быть. Плюс, естественно, не надеяться только на керосин. А надо, естественно, изменить и свое собственное питание. Чтобы убрать проблему. Причину, первопричину. Вот это вот важно понимать, о чем я вам говорю. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.